Теперь Дербент и в небе. Присвоить имя древнейшего города самолету было решено по итогам конкурса на лучшее название. Его проводили Общероссийский народный фронт и авиакомпания «Россия». Было три варианта – Каспийск, Буйнакск и Дербент. Очень красивый полет, потому что заход над горами, над морем. Красивая природа. А вы в Дербенте были сами? Не был, но хочу быть. Это первый рейс Суперджета с новым именем. На фюзеляже самолета теперь герб Дербента и название города. Встречает в аэропорту Махачкалы воздушное судно и его пассажиров с размахом, со сладостями и станциями. Среди пассажиров оказался и Джон Калвин, архитектор из США. Он является разработчиком крупного фонтана в Дербенте, который станет рекордсменом сразу по трем позициям. Джон говорит, вышло символично. То есть да. Вы даже не знали, что вас ожидает? Нет, вообще не знал. Я в шоке был, когда в Москве видел самолет, называется Дербент. Ага. Да, вот так. А Дербент? Потом прилетел на посадке. И вирус два арка, вода. И вау, что здесь? И такая, конечно, эмоция очень приятная. И, можно сказать, первый раз я получил такую эмоцию на посадке самолета. Полеты самолет будет совершать по 20 направлениям. Пока внутри страны, а после улучшения эпидситуации по международным маршрутам. Такие практики, говорят организаторы проекта, привлекают дополнительное внимание пассажиров к туристическому направлению. Кроме того, это повышает узнаваемость города в разных аэропортах страны и мира. Сейчас Республика Дагестан одна из наиболее динамично развивающихся республик в России с точки зрения туризма. Возможно, что подобные проекты, которые с УНФ проводит авиакомпания «Россия», позволят всем рассказать именно внутри страны и за рубежом о потенциале, как я уже говорил, исторических жемчужинах, туристических жемчужинах нашей необъятной родины. Конкурс продолжается. Организаторы ждут заявок и от других регионов России. В будущем Дагестан сможет вновь участвовать в проекте. А пока на самолетах компании выведены названия двух городов нашей республики – Махачкалы и Дербента. Патимат Ханапова, Магомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала.